Всем приветики! Недавно, листая официальный сайт российского представительства Шерри, ввиду того, что отец почему-то очень загорелся покупкой Тига 3, в новостях обнаружила заявление представительства о том, что у них запускается новая программа поддержки автомобилей Шерри, которая в данный момент доступна только для Тига 3. Производитель гарантирует, что пробег моторов может достигать значения вплоть до 1 миллиона километров, а в случае возникновения неисправностей производитель обязуется произвести ремонтные работы или заменить мотор. Но, естественно, с выполнением всего регламента по обслуживанию автомобиля. При этом первый вопрос. На какой срок распространяется это вроде как гарантия на мотор? Звоню дилеру и спрашиваю. Ответ – гарантия 3 года или 150 тысяч. Подождите, а там же на сайте есть запись про миллион километров на мотор. Ответ туповатый, что-то типа «ну да, есть такое». Короче, минуты 3 я беседовала. Как выяснилось, эта гарантия идет на весь срок службы автомобиля, но никто мне так и не ответил, сколько это в годах, неделях или все такое. Но сошлись на том, что 3 года можно смело из-за руля не вылезать. Вообще, к чему этот видосик? Заметили, как китайцы за последние 2 года подняли уровень? И дизайн появился, и модели неплохие. Но вот качество как страдало, так и страдает. Что неудивительно, цена-то на них минимальная. Папу от Шерри я отговорила. Не нравится мне, что они гниют, учитывая, что он еще и по Москве катается, а мыть авто особо не любит. А я видела с десяток этих Шерри на работе. После 3 лет появляется куча рыжиков. Но я сужу лишь по прошлым моделям. Может быть, что-то и поменялось, но пока я слаба в этой. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой машине. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!